Привет. На работе весь день у нас звучит фоновая музыка. Что это такое? Это иностранные песни, мало знакомые, с непонятными словами, с непонятным вокалом, с еще более непонятными мелодиями. И это то, что называется фоновая музыка. Она играет и не напрягает, но такого, чтобы душа развернулась, нету. Поэтому вечером по дороге домой или уже дома слушаешь что-нибудь такое. Лепса, там, «Самый лучший день». Или там Агата Кристи, «Сказочная тайга». «Звезда по имени Солнце» группы. «Божья коровка» группы «Кино». Или вот в последнее время мне нравится вот это вот. Улыбнется солнце мне. Заиграет и запрыгает капель. Лист родится, ртуть подтянется на плюс. От весны здесь обалдеет все вокруг. Друг пернатый прочирикал, мне пора. Что ж, ребята, покидаем номера. Без работы мы не будем никогда. Вот и все. Прощайте, ребятня. Запахло весной, тач-таранта. Метелем отбой, тач-таранта. Знакомой тропой, тач-таранта. Вернусь я домой, тач-таранта. Вернусь я домой. У меня есть знакомый барабанщик. Работает в стиле дарк. Тяжеляк, тяжкометаллическое музыкальное направление. И когда я просто упоминаю название этой песни, и он начинает трясти, говорит: «Во, не надо, я ненавижу эту музыку». А мне нравится. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.